оно хранится в специализированных складах, и мы, конечно, похороним это какой-то период, оно не испортится, но усугубляется все тем, что мы должны это реализовать для того, чтобы получить средства для дальнейшего производства. А мы, по сути, останавливаемся. Мы сейчас вырабатываем те остатки топлива, которые у нас были до войны, а новых поставок пока нет. И пока их еще не наладили. Вот мы находимся в фазе ожидания, но мы на самом юге работаем. У нас уже начинается посевная кампания. И вот тут мы сталкиваемся с проблемой, что нам через 3-5 дней нам нечем будет работать. У нас нет топлива. И нам его сюда никто не завозит. Вторая сторона, допустим, для Украины. Украина сейчас заблокированы все порты. Украина не может просто вывести зерно. Кроме того, сейчас в этой ситуации неустойчивости страховщики не страхуют перевозки. Без страховки никто не повезет зерно ни железной дорогой, ни судами. Это тоже будет ограничивать поставки продукции зерна и масличных в первую очередь российского и украинского рынка.